свободные практики, и с вами я, Инга Паукштити. И сегодня я делюсь с вами своим классным настроением. Я рада, что я здесь. Я чудесным образом все-таки все успела подготовить, и сегодня я тут и радуюсь жизни и этому мероприятию. И сегодня я делюсь результатами нашей с вами работы. Это моим образом и как я в нем себя здесь чувствую. Мы вместе с вами подбирали модель этого платья, выбирали эскиз, я учитывала ваше мнение, каждый комментарий был учтен в выборе. Потом мы вместе смотрели примерку, обсуждали, нужен рукав, не нужен рукав. И вот я здесь, я счастлива этому факту и еще раз делюсь с вами своим настроем. Также после примерки моего платья, которое мы выпустили на YouTube, я читала ваши комментарии, я учитывала все детали, мы разбирали детали, я читала, кому что нравится, кому не нравится. И сейчас вы видите результат, и я буду наслаждаться этим вечером вместе с вами. Сегодня у меня получилось показать вам образ целиком. И впервые модные практики вышли вне стен студии, вне стен Краснодара. Я в Москве, и мы будем продолжать этот формат. Это новый формат для нас. Это реально такие очень классные ощущения. Кроме того, что мы создали мой образ, я могу себя еще проживать в нем, выходя в другие сообщества, в другие компании. Сегодня вы увидите много всего интересного, так как здесь будет много пар в разных интересных нарядах, и с некоторыми я даже смогу пообщаться. Я встретилась с Алиной. Алина живет в Краснодаре, и она мама двух детей. И расскажи, пожалуйста, как ты вообще приехала на мероприятие, какие у тебя впечатления? Это мой первый выезд без деток, потому что, получается, родился первый ребеночек, и потом сразу за ним второй. И я говорю, представляешь, 4 года я не выезжала без детей одна. Я говорю, у меня такое состояние эйфории, легкости. Ну вот почувствовать такую вот свободу немного, то есть мне кажется, это важно для женщины, которая была в декрете и посвятила себя детям. И вот такой день настал, когда ты выбралась, очень важно вообще женщинам такие дни для себя делать, чтобы наполниться, вдохновиться и вернуться домой радостной. Как говорится, счастливая семья там, где счастливая мама. Все начинается с женщины, если она будет заряжена, то и все это пойдет в семью, и все от этого будут счастливы. Да, Алина тиктокер. Да, есть такое, но я бы не сказала, что это так прям на профессиональной основе. Расскажи о своих подписчиках, о количестве своих подписчиков. По-моему, то ли 120 тысяч подписчиков в тиктоке, но при том, что это такие органические подписчики, я для этого не делала никакой рекламы, да, если честно, даже особо никаких усилий не прилагала, это просто то, что меня вдохновляет, заряжает, я там в своем блоге делюсь именно тем, что в реальной жизни готовлю там для своей семьи, все это снимаю, показываю, ну и как-то, видимо, людям это близко, стало тоже интересно смотреть. Я всегда говорю, что дети никогда не мешают женщине и девушке достигать результатов. 100%. Мне кажется, наоборот, даже мотивируют, потому что, как говорится, да, не воспитывайте своих детей, а просто воспитывайте себя, своим примером показывайте, как нужно жить, как нужно поступать. Все очень просто. Я очень рада, что поделилась своей историей. У меня была аналогичная история, когда у меня родилась дочка. У меня реально был такой прилив вдохновения и прямо смены деятельности. Мне хотелось все делать и ради нее, и ради себя. Так что я тебя очень хорошо понимаю. Я очень рада, что мы живем в одном городе. Стоим с мужем, слушаем номинантов. И так интересно, что все люди выходят и говорят об одном и том же. И это то, что у тебя здесь как раз-таки внутри, о том, что нужно объединяться, нужно быть дружными, помогать друг другу. Вот это синергия, это любовь, дружественная атмосфера прям очень близко. И так радует, что мы здесь сегодня все собрались, встретились. Прям чувствуется эта энергия. И прям здорово вообще, отличное мероприятие. Я очень рада тебя здесь сегодня видеть и с тобой общаться. Взаимно. Наверное, мы попрощаемся. Взаимно. И до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. И я встретилась сегодня на мероприятии Аню. Я очень рада тебя видеть здесь. Я знаю, что ты занимаешься телом, ты умеешь приводить тело в красивую форму. Можешь рассказать немножко об этом? Я хочу сказать еще, что я восхищаюсь Аниной страничкой.
Надеюсь, что когда-нибудь запишусь к ней на тренинг, но пока у меня нет времени. Ну, обычно все так говорят, у меня нет времени. А вопрос в том, что весь секрет в постоянстве, в дисциплине. Это один из самых важных шагов, которые нужно сделать. И лучше сделать пусть 3 минуты, но каждый день. Поэтому с удовольствием, если у вас есть цель прожить эту жизнь в красивом теле, в прекрасной форме, радоваться своему отражению в зеркале, то это все возможно. Ну, например, в прошлом году я впервые выступила в категории Wellness NBC Russia и заняла 5-е призовое место. Это конкурс по бодибилдингу. И, конечно, мне тоже говорили, что с 3 детьми и после рождения 3 детей, ну, невозможно это сделать. Все возможно, проверено на собственном опыте. Поэтому я, конечно, с удовольствием помогаю и несу в мир то, что возможно все, о чем вы мечтаете. У меня точно такая же концепция. Прекрасно, я тебя поздравляю с победой. Я не успела, по-моему, тебя лично поздравить, поэтому я тебя поздравляю ты сейчас. Мне да, вот я тебя поздравляю сейчас. И я хочу еще спросить тебя, ты же раньше в прошлом не занималась так активно спортом? То есть ты как бы занималась детьми, потом решила уйти в спорт и как бы в какой-то момент заняться бодибилдингом, да? Нет, на самом деле спорт был всегда в моей жизни, но после каждых родов я достаточно много поправлялась на большое количество килограмм, ну и трижды, конечно, приводила себя в форму. А в этом году болейте за меня, я тоже буду участвовать в конкурсе. Я могу сказать, что Аня мама 3 мальчиков. На мальчиков везет. Да. Спасибо всем. До новых встреч, как-нибудь увидимся с тобой. Да. Спасибо, дорогая. Давай, пока-пока. Пока. Каждого подписчика модных практик, кто ставил лайки, кто комментировал примерку моего платья, и у меня просто было состояние фантастической любви я испытывала, когда я видела 1700 комментариев, это 1700 пожеланий добра мне, я просто это все чувствовала, и каждый комментарий внес свою лепту в этот образ. Спасибо вам огромное, я очень рада, что YouTube-канал развивается, у нас снова пошло повышение просмотров, это также благодаря вам. Спасибо большое всем, кто нас смотрит. Я встретила Татьяну, это удивительная девушка, удивительный яркий человек. И можешь тоже рассказать свою историю, что как ты совмещаешь и работу, и семью, можешь немножко поделиться. Ты знаешь, весь этот год у меня посвящен тому, что мне очень важно совмещать все сферы равноценно. Угу. На первом месте у меня нахожусь я, на втором месте находится мой супруг, на третьем месте находятся мои дети, и на четвертом месте находится мое призвание, моя работа, я коуч по отношениям. И очень важно, начиная с себя, создавая каждое утро себя ту самую, которая приятна в этот мир, которая дарит тепло и энергию, идти с этой энергией к своему мужчине, обогащать его, дарить ему крылья. И также эту любовь дети начинают чувствовать между родителями. И они воспитываются вот в этой вот среде, когда у всех все по кайфу, все занимаются тем, чем они любят заниматься, никто не предает себя. Когда ты находишься с ребенком, быть именно в этот момент с ребенком, дарить эту энергию, но я думаю, ты без меня это знаешь, как это ценно. Мне очень приятно, что озвучиваешь, да. Потому что, ну, то есть, ты как бы со своей точки зрения делишься. Да, да. То есть тоже я поняла такую историю, что у меня есть время только сейчас
здесь и сейчас поделиться чем-то с моей дочерью. То есть если я нахожусь с ней, я именно только сейчас у меня есть время, что может не быть потом. Есть только сейчас, и я очень ценю вот этот момент. Да. Не нужно ждать, что вот завтра я начну жить ту самую свою жизнь. Нет, нафиг, никогда так не бывает. Ты можешь сделать какой-то рывок, какой-то момент, когда тебе вот сейчас вот что-то важнее. Это как раз-таки та история, которая очень тяжелая, она очень непростая. Это звучит все очень красиво. Но как каждое утро выбрать себя? Как в течение дня найти время, чтобы опять выбрать себя? Чтобы это соотнести с тем, что ты делаешь, поняв то, что это тебе не дарит тебя. Прекрасные слова. А с нами Алексей. Я очень рада тебя видеть. Я давно тебя не видела, и мне искренне приятно. Спасибо, Инга. Мне тоже очень приятно. Модные практики – это супер канал, который организован супер этичными, добрыми профессионалами и людьми, Лешей и Ингой. Я вас очень люблю и желаю модным практикам только вперед, только много таких же добрых, как вы, людей на канале, и чтобы все было очень-очень круто. Спасибо тебе большое, это так важно. Я тоже тебе желаю добра, счастья во всех твоих сферах жизни. Благодарю. Алена, мы с ней познакомились в Сысерте, также на мероприятии ЭКУ. Все верно. Мы рассказывали моей командой BMG Marketing о пути клиента и как достучаться до вашего потребителя. А ты еще сказала, что следила за моим платьем? Да. Я смотрела Инстаграм, конечно, но Ютуб нет, я не знала, что есть Ютуб. Но в Инстаграме, да, я следила за модными практиками, видела, что вы вышли на какой-то новый рынок. Поздравляю. Да, спасибо. Это чудесные новости. Спасибо. У нас просто в Инстаграме модные практики около 100 тысяч подписчиков, да, а на Ютуб-канале у нас 900 тысяч подписчиков. Я очень рада тебя видеть, надеюсь, что мы увидимся еще. Прекрасный и встретимся. Если вы еще пока не заняты каким-то рукоделием, каким-то творчеством, да, вы просто все пропускаете. На самом деле, вот просто берите, начинайте смотреть, как это делают другие, присоединяйтесь к сообществу, и у вас жизнь пойдет на лад. Если вы женщина, у вас появится мужчина любимый, или тот, который рядом с вами, он вдруг начнет любить. В общем, дела идут на лад, жизнь налаживается. Поэтому все, смотрим канал, делаем то, что понравилось, и все пойдет как надо. Друзья, вы сегодня выгуливали платье вместе со мной. Моя философия жизни, что через вещи, через нашу одежду мы можем пробовать что-то новое, очень безопасно, корректно для себя. Не нужно делать никаких кардинальных изменений. Мы просто надеваем красивые платья и идем украшать собой мир. Как это сегодня сделала я. Я желаю всем вдохновения и такого же желания пробовать новое в своей жизни. А сейчас я хочу вспомнить любимую фразу Ирины Михайловны: «Нужно проживать красиво каждый момент жизни». И сегодня я приблизилась к этому состоянию и прожила красиво этот вечер. Я рада, что вы были со мной. Мне многие начали задавать вопросы, как я оказалась на этом мероприятии. Хочу с вами поделиться, что я вступила в клуб в прошлом году весной, в мае. Алексей до этого был в московском бизнес-клубе «Эквиум», а я вступила в краснодарский. А почему я здесь? Потому что мы с вами делаем масштабные проекты. У нас около 10 YouTube-каналов, около 5000 видео выпущено на YouTube нашей компании. И это все направлено на созидание, на вдохновение, на творчество. Я хочу развивать творчество как бы в мировом масштабе. Мне хочется, чтобы каждый из вас мог реализовать себя в искусстве, в шитье одежды и в каком-то еще своем направлении.
Я очень рада, что мы двигаемся вместе в эту сторону. Мы планируем создать большое международное сообщество, где объединятся люди, любящие творчество и красоту, и которые будут реализовывать себя через именно свое любимое дело. И мы будем обмениваться опытом и общаться еще больше и глубже. Я рада всем вам на этом канале. Подписывайтесь на YouTube-канал «Модные практики». Обязательно ставьте лайки и пишите ваши комментарии, как вам мое платье. Жду вас в следующих видео и пишите, как вам новый формат. До встречи, всех люблю, до свидания.